Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. Он был переименован и получил новое название в 2002 году и входит в состав 197-й бригады десантных кораблей и активно используется в учениях и боевой подготовке флота. Последние годы на БДК «Орск» проходят военную службу наши земляки. Делегации «Орска» не раз посещали десантный корабль, оказывая посильную помощь в обустройстве быта моряков, оборудовании спортзала. И вот на этот раз глава «Орска» Юрий Берг направил руководству БДК «Орск» и личному составу телеграмму, в которой поздравил их с праздником. И выразил надежду, что экипаж корабля и впредь будет служить Отечеству верой и правдой, надежно охранять морские рубежи России, хранить и приумножать лучшие флотские традиции.